Начался высокий туристический сезон. Все большую популярность приобретают российские направления. В этом году это Байкал и минеральные воды. Не забыты и традиционные маршруты. Краснодарский край, Сочи, Анапа, Геленджик, Крым. Единственный момент, что у нас сейчас открыт только аэропорт Сочи. И в связи с этим мы вынуждены подбирать ЖД-транспорт. И многих туристов, конечно, это пугает. Потому что, ну, сами понимаете, да, что нужно и самолетом лететь, и плюс ЖД добираться. Особенно с детьми это, ну, достаточно тяжело. По словам представителей туриндустрии, цены на российские и зарубежные курорты в последнее время практически сравнялись. Причем за границей стали востребованы такие направления, которые раньше были многим недоступны. Например, Арабские Эмираты. В целом же стоимость путевок выросла. Туры подорожали на 30%. Ну, примерно, я так предполагаю, это связано с тем, ну, во-первых, что у нас индексация цен в целом произошла. Возможно, подорожало топливо, возможно, еще какие-то факторы, курс доллара, евро. Но, тем не менее, туризм есть, будет, и я надеюсь, что все будут летать и ездить. Специалисты говорят, что высокий сезон продлится до октября.